Приветствую вас. И первое, что мне бы хотелось сказать, связано с вашей заинтересованностью в этой ситуации. То, что вы описываете ситуацию, когда и ваша подруга, и дочь подруги хотят, чтобы вы что-то для них делали. Хотят, чтобы ваша дочь общалась с ними. И их заинтересованность, то есть причина их поведения, она может быть самая разная, начиная от некой принципиальности. То есть, например, ваша подруга может считать, что раз вы с ней работаете, то, соответственно, должны общаться с ней, да, и ваши дочери должны общаться вместе, и, собственно, она эту идею продвигает. И это может быть также и, собственно, искренним желанием быть вместе с вами, быть ближе к вам, да? Но в данном случае ее желание, ее, как бы это сказать, потребности, они вступают в некоторый конфликт. Конфликт с вами, с вашими желаниями. Почему? Потому что дочь ваша не хочет общаться значит, с дочерью вашей подруги. Правильно ли это желание? Естественно ли оно? Ответим себе на этот вопрос. И скажем да, естественно. Человек может в 11 лет выбирать себе друзей. Может. Неправильно ли, по вашему мнению, оставить вопрос выбора друзей твоей дочери исключительно на ее усмотрение? И вы, наверное, скажете, да, конечно, правильно. Но у меня есть зависимость. То есть у вас есть личная заинтересованность в том, чтобы дочь общалась с дочерью вашей подруги. Почему? Потому что вы боитесь потерять работу, как я понял. То есть вот это вот основная проблема. Страх потери работы. То есть, если бы не он, если бы не ваша зависимость от вашей подруги именно в контексте работы, то все было бы хорошо. Мы бы и на дочь не давили, да, и, наверное, сами бы меньше общались с подругой и так далее. Но, тем не менее, ситуация такая, какая она есть. А теперь давайте попробуем представить себе следующее. Какой человек, по вашему мнению, будет связывать профессиональное и личное? Какой человек? Попробуйте описать его. Попробуйте подумать, что может двигать человеком, который смешивает подобные сферы деятельности. И попробуем продолжить вот это вот смешивание. Продолжить его вот в каком ключе. Если ваша подруга обижается, если предположить, что ее обида действительно манипуляция, хотя мы этого можем и не знать, то она будет искать новые причины, даже если ваша дочь будет общаться с ее. Она будет искать новые причины для того, чтобы как-то продолжать вами манипулировать. Почему? Потому что ей это для чего-то нужно. Ей это что-то дает. Что дает? Мы, конечно, не знаем, потому что это ваш подруг. Но определенно дает. И если человек свои потребности и свои желания
ставит превыше ваших и вашей души, то так будет всегда. И дело не ограничится только лишь вот проведением времени вашей дочери с ее. Дело будет постепенно принимать все более и более глобальный оборот, потому что подруга считает, что вы ей должны. Далее. Является ли профессиональным такое отношение подруги, когда она либо ставит в зависимость, либо может поставить в зависимость ваши профессиональные отношения и личные? Думаю, что нет. Настоящий профессионал своего дела никогда не будет смешивать личное и профессиональное. А это значит, что если для вашей подруги подобное допустимо, то дочь, точнее, отношения между вашими дочерьми является одним из возможных проявлений данного качества человека. Потому что если человек смешивает, то он смешивает все. Он делает это во всем. А не ограничивается только одним проявлением. И если вы даже решите проблему с дочерью, то будет другое смешивание. Будет другое вмешательство. И так, опять-таки, будет постоянно, пока либо вы не скажете: прости, дорогая, но когда мы с тобой на работе, мы с тобой работаем, а в остальное время мы с тобой там знакомые, подруги, и наши отношения и на работе, и вне работы развиваются параллельно, а не вместе. То есть наши партнерские отношения никак не связаны с отношениями личными. И если для тебя это неприемлемо, то прости, я тогда не могу с тобой работать. Конечно, скажете вы, что для вас работу терять неприемлемо. Тогда возникает вопрос выбора. Выбора между чем и чем. А на одной чаше весов работа и, по сути, подчинение вашей подруге и ее желания. А на другой чаше весов отношения с дочерью, вашей дочерью. Потому что объяснить ей на данный момент вот эту ситуацию, которая у вас сложилась, вряд ли представляется возможным. Да и неправильно это, когда человек по принуждению общается с другим, потому что так хочет их мама, их матери, точнее. И, как и правильно сказала моя коллега, если вы будете давить, то проблем у вас будет больше с дочерью, чем с подругой. Потому что это и дочери может нанести ущерб психике, это и ваши отношения может подорвать очень сильно, и так далее. И вопроса вы не задавали. То есть вы не спрашиваете ничего конкретного. Вы говорите: я не знаю, что мне делать. Ответ на ваш вопрос таков. Для начала определите, что вам дороже, дочь или работа. На данный момент так получается, что работа вам дороже. Я понимаю, почему. Я понимаю, что через работу вы обеспечиваете дочь. Но если вы хороший профессионал, если вы востребованный, компетентный сотрудник, то проблемы с работой у вас не будет. А если ваша подруга является тем, той, кем я ее описал, то проблемы у вас будут постоянно. Потому что постоянно личные отношения будут вмешиваться в рабочие. И наоборот. И по сути вы постоянно находитесь на бомбе замедленного действия. И хотите вы так жить или нет, это ваш выбор.
Желаете ли вы так существовать или нет, это ваш выбор. Хотите ли вы подвергать дочь такому, можно сказать, моральному и психологическому насилию, это ваш выбор. О последствиях мы вас предупредили. И самый главный вопрос, который мне бы хотелось вам задать. А почему вы так держитесь за эту работу? Очевидно, что вы не очень сильно дорожите подругой. Очевидно, что вы не очень сильно дорожите именно отношениями с ней как с человеком. Очевидно, что вы держите за работу, за обеспечение материально. И здесь возникает вопрос, а что вам мешает, например, уйти на другую работу, если на этой вам не комфортно? Если из-за нее, по сути, страдает ваша дочь. Ведь она получается крайне из-за того, что у вас с подругой сложились такие отношения. И, для ребенка будет лучше, если вы всю эту ситуацию прекратите. То есть прекратите общение с подругой, прекратите работать там, и будет работать где-то в другом месте. Но вы можете сказать, а я не могу, или я боюсь, не найду работу. И тогда это ваш выбор. Ваш выбор в том, что важнее. И если для вас важнее работа, то, значит, нужно сказать об этом дочери прямо и честно. Для чего она должна гулять с подругой? Дочери подруги. Потому что если вы, не можете найти другую работу, или не можете найти такие хорошие условия работы, то я вас понимаю. Я понимаю ваши желания, ваше стремление сохранить остаток. Но тогда с дочерью хотя бы будьте честны, будьте с ней откровенны, чтобы она понимала, почему она должна делать то, что ей не нравится. И тогда хотя бы у вас с ней сохранятся доверительные отношения. Тогда хотя бы ребенок будет отдавать себе отсчет в том, что вот когда она гуляет, дочерью вашей подруги, она помогает вам. И она не будет эмоционально вовлечена в это. Она будет знать, для чего это, будет понимать истинный смысл этого действия. И ее восприятие вас, ее восприятие дружбы, ее восприятие мира не будет искажено. А откровенность поможет вам сохранить с ней доверительные, честные, близкие отношения и не испортить их благодаря такой вот ситуации. А поскольку ребенку уже достаточно много лет, то я думаю, объяснить ей это, что вот вы можете потерять работу, если она не будет общаться с подругой, вот, с дочерью подруги, я думаю, вполне может. Всю ситуацию объяснить не получится. Она слишком сложна. Она слишком многосторонняя. А вот этот момент донести до нее может. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.